Сегодня у нас 11 мая 2016 года. Вот, это находимся поселок Потеряевка. Это у нас пруд лагерный, где проходит крещение. Птички наши детского православного лагеря стали. Здесь пирс, крест, распятие. Здесь тоже у нас Иисус Христа. Вот брат Никита воду несет для полива. Тут чайки у нас разные есть. Ласточки, вороны, грачи, утки. Все, господи. Там даже видно, коровки гуляют. Сегодня пасет Иосиф Устинов. И мы тут с братьями, нам Игнатий Иванович сказал, чтобы мы посадили малину свежую. Все у нас тут, конечно, заросло. Делать надо все, обновлять. И вот мы с Божьей помощью тут трудимся. Сейчас скоро на молитву будем вставать уже. Во. Вот брат Никита вылил. Ну как, брат Виталий, тебе нравится это занятие? На четверку. На четверку, да? Ты же сам говорил, что тебе вроде это земледелие нравится. Нет идеала, не хватает грабель, не хватает еще чего. А, что мы не взяли? Да. Конечно. Не, ну, гены проснулись, как я в детстве мечтал быть садовником. Тогда пригодился бы. Пригодишься, вернее. Как видишь, у нас тут поприще большое. Слава Богу, вот такие вот уже саженцы посаженные. Столбы вкопали, столбы уже сгнили, приходится все делать, подделать каждый раз. Детки малинку любят, да и мы тоже любим. Это чай. Ну вот так вот, слава Богу, за все трудимся. Вон, вон, смотри, картина, Виталий. На коршуна нападает чайки, ну все, раскрылись. Да, на коршуна, чайки. А? Чайки, но отогнали его. А? Конечно. Они вдвоем напали на него, ему куда вдвоем-то справиться?